Итак, ребята, всем привет! Сегодня очередной метод чистки. Да-да, новый метод, который мне прислал один из подписчиков, спрашивает и говорит: Александр, а ты не пробовал метод такой-то, такой-то по чистке монет, медных монет? Я говорю: нет, ни раз не пробовал. Ну, он говорит: попробуй, сделай эксперименты и сделаешь видеосюжет, чтобы многие об этом знали. И сегодня именно этот метод. Посмотрим, насколько он шикарный, насколько хорош, раз подписчик мне просит, чтобы я его показал всем. Ну, давайте посмотрим, что за метод и что он из себя представляет. Внимательно смотрим, делаем все так же, как делаю я. Хотя там делать-то и ничего не надо. Все у нас будет готово, так что смотрим. Ну что, ребята, странное начало, да? У нас перед нами банка. Банка с белой жидкостью. И эта жидкость домашняя сметана. Ребята, домашняя сметана. И мы сегодня будем чистить именно сметанкой. Берем нашу сметанку, накладываем в крышечку. Большое количество не нужно. Всего-навсего вот такое количество. Так что не обеднеете. Ну а подопытная монета у нас будет вот такой вот Александровская копеечка, 2 копейки, царица полей. В принципе, здесь все есть. И наросты, и зеленая эрозия, и неровный слой патины. В общем, монета какая-то вот такая. Ну и берем наш раствор. Наш раствор будет именно сметана деревенская. И посмотрим, что у нас получится. Заложим его, я не знаю, ну пускай лежит. Я думаю, сметанка не испортит медь. Результат, надеюсь, нас порадует. И оставляем. Какая, ребята, сметана вкусная. Обалдеть. Чисто деревенская. Ну и смотрим, ребята. Периодически я буду доставать, вам показывать, что происходит здесь. И надеюсь, вам понравится результат нашей сметанки. Чистит она или все-таки эта информация ложная? Сметана настоящая, деревенская. Пальчики оближешь. Ладно, пусть лежит наша красавица там, в этой сметанке. И будем контролировать. Итак, ребята, в сметане пролежало 3 дня. Я как-то забыл про нее. Вижу, лежит на подоконнике. Думаю, надо ее вскрыть. И вот смотрите, что у нас здесь под корочкой сметаны произошло. Так, такое ощущение, как будто... Нет, руками очистить не могу. Так что сейчас я его промою водичкой и вам покажу на результат, что произошло. Не знаю. Посмотрим. Итак, ребят, в общем, я уже не помню, какая была изначально монета, но сейчас она выглядит как-то вот так. Я вижу, что процесс чистки идет, но я просто не помню, как она выглядела изначально, убитая или же нет. Вот. Так что для чистоты эксперимента я продолжу лабораторные исследования с нашим вот таким белым кремом. Если кто не помнит, это у нас деревенская сметана. Вот, так что заполняем ее. Она у нас густая. Так, давай заполняй. Неудобно все делать, а то бы сейчас я просто ложку туда макнул бы еще, закинул бы и все. Так что оставляем нашу подопытную под слоем деревенской сметаны. Надеюсь, не забуду, вспомню про нее, а то у меня через руки проходит столько монет, вы даже не представляете, какой у меня хаос на рабочем месте, сколько монет проходит различные чистки. Я даже в шоке, ребята, потому что за неделю более сотни монет подвергаются чистке. А это так, между делом, эксперименты тоже провожу. И вам демонстрирую, рабочие они или же нет. Потому что присылают очень много. Ребят, прошли еще одни сутки. И как видите, сметана снова в таком же внешнем виде, который я показывал несколько секунд назад. Вот такая вот
произошла консервация. Сейчас мы помоем ее и посмотрим, что же произошло спустя еще сутки, лежа в сметане. В домашней сметане. Ну а вот, ребята, наша красавица, которую мы двое суток... Какой двое? Несколько суток замачивали именно в сметане деревенской. И результат, как вы видите, вот такой вот. Метод рабочий, чистит, но для нашего окисла была слабенькая. Может быть, если еще пару десяток раз циклов таких сделать, как я два делал до этого, то может и зелень вся отвалится. Монета очень хорошего состояния, очень сохран, высокий, рельеф зачетный. И я его все-таки, наверное, доведу до полного состояния для коллекции. В конце видео все вам покажу, какая она у нас красивая стала. Ну а сейчас, вне эфира, я ее буду доводить до ума. Ну а вот, ребят, конечный результат, который я обещал вам продемонстрировать. Это 2 копейки царицы полей. И выглядит, смотрите, как шикарно. Очень приятная монета получилась. Достаточно приятная. Вот, сохран, как вы видели, в начале был. Если понравился результат работы, можете по ссылочке под видео зайти и как чистить медные царские монеты, чтобы они выглядели очень приятно. Вот такой вот результат нашей монетки. Зачетный. Но это результат уже после профессиональной чистки, механической жидкости НЗТ. Вот. Но наша сметана, к сожалению, не справилась. Навели небольшой лоск, подняли рельеф, зачистили всю внутреннюю часть, чтобы не было как минимум бородавок, как минимум язв на ней. Вот. И оставили большую часть родной патины. Конечно же, искусственная патина здесь немного имеется, но в основном патина настоящая, живая, собственная. Так что вот такой вот результат. Понравилось? Пишем в комментарии. Пальчик кверху за трудостарание. Итак, ребята, в общем, посмотрели мы сегодняшний метод. Метод чистки при помощи домашнего, да, домашней сметаны. Вот, метод, в принципе, работает. Кому понравилось, можете использовать в чистке монет. Думаю, метод несложный, да. Осталось только найти коровку, затем хозяйку, которая из молочка сделает сметанку. Добротную сметанку. Так что на этом, ребята, все. Думаю, за метод поставите пальчик кверху, за труды и старания. Ну а вы, друзья, присылайте свои методы, и мы в прямом эфире будем их использовать. И смотреть, разбирать, какой у нас результат. Так что на этом и все. Пока, до новых встреч.